рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на площади перед библиотекой имени Пушкина для всех желающих прошла патриотическая акция «Я рисую мелом». Военная техника, флаги, птицы и солнце – так юные мечи изобразили мир и победу. Благодарен за всех, кто воевал в Великой Отечественной войне. Я рад, что мы победили, то, что фашисты не захватили нашу страну. Расскажи, что ты нарисовал? Я нарисовал 3 модели танка. Любишь военную технику? Да, я очень ей увлекаюсь. Мои друзья нарисовали военную технику, танк и «Катюшу». Я нарисовал голубь, потому что это символ мира и процветания. Самые маленькие участники к празднику Великой Победы подготовились особенно тщательно. Глаза бойца слезами налиты, лежит напряженный и белый, а я должна при роще бинты с него сорвать. Одни движения, так учили нас. Одни движения, горькая там жалость. Но встретишься взглядом страшных глаз. Я на движение так не решалась. Не надо рвать при роще бинты, когда их можно отмочить почти без боли. Я это поняла, поймешь и ты. Как жалко, что науки доброты нельзя по книжкам научиться в школе. Молодец! Майский праздник, День Победы, отмечает вся страна. Надевают наши деды боевые ордена. Их с утра зовет дорога на торжественный парад. И задумчиво с порога светлым бабушки глядят. Здесь же, на площади, волонтеры складывали из бумаги белых голубей, а представители юноармейских отрядов раздавали эти символы победы всем прохожим. Затем бумажных птиц участники закрепляли на специально подготовленные инсталляции. В этот же день на Соборной площади в рамках флешмоба «Голубь мира» собрались волонтеры Победы. Все волонтеры у нас сегодня пришли в торжественном настроении, несмотря на то, что это такой день, все-таки отмечаем сегодня День Победы. Волонтер приподнятое настроение, погода сегодня нас радует. Ровно в 12 часов дня, когда зазвонили колокола на Свято-Успенском кафедральном соборе, в небо выпустили несколько десятков голубей. Волонтеры Победы запустили воздушные шарики с прикрепленными к ним бумажными птицами. Очень здорово, нам очень понравилось. Всей семьей этот праздник уважаем и всегда вспоминаем. Дедушка у нас ветеран войны, поэтому мы всегда помним о этом дне. Thank you.